Морген! Хайль Гитлер! 11-я маршевая рота 35-го пехотного полка «Арийский гнев». Кто самый храбрый солдат вашей роты? Я бы хотел с ним поговорить. Скорее, любого! Отто Шульц, два шага вперед! Марш! Ты женат? Нет, господин фюрер, я не женат. Но у меня есть невеста в Дюссельдорфе. И двое детей. Мальчик в Штеттеле и девочка в Гамбурге. Отлично. Молодец. Скажи мне, Отто Шульц, а есть у тебя бабушка? К сожалению, у меня нет бабушки, господин фюрер, но зато у меня есть две чистокровные тетки-арийки со стороны матери. Отлично! Молодец! Скажи мне, мой храбрый солдат, знаешь ли ты, за что можешь отдать свою жизнь на Восточном фронте? Знаю! За великую Германию, мой фюрер! Отто Шульц, какое было бы у тебя последнее желание, если бы на фронте рядом с тобой разорвался снаряд? Я бы хотел, чтобы в ту минуту рядом со мной находился мой любимый фюрер.